Лидер нашей партии Рената Усатый предлагает всем оппозиционным силам собраться за круглым столом и обсудить решительные планы по недопущению перехода Молдовы к одномандатной или смешанной избирательной системе, как это планирует олигарх Владимир Плохотнюк. Значит, мы должны сесть со всей оппозицией за круглый стол. Сегодня реально все объединятся, у Плохотнюка ничего не получится. По мнению Рената Усатого, оппозиция должна определить дату масштабного протеста и предложить, чтобы в этот день молдаване, находящиеся за рубежом, прибыли в Молдову во имя избавления своей родины от режима Плохотнюка. Это должна быть четкая дата, которая должна быть обсуждена со всеми. И я поддержу, сегодня наша партия поддержит любой протест. Должен быть призыв: ребят, приедьте, пожалуйста, все домой. Понимаете, если люди не приедут, то вы знаете, да тогда у нас страны нет.